Здравствуйте, вы на канале Принцесса Милана. Сегодня расскажу о своей гитаре. Как я еще маленькая, поэтому у меня гитара 3/4. Всего размеров гитары бывает 5. У меня гитара классическая, поэтому струны у нее не ложные. Гитары бывают цвета синего, вишневого, белого и натурального, как у меня. Мы с папой поехали в специальный магазин, где продавались гитары. И папа сказал, что черную все время надо будет протирать, то что на ней пыль остается. Поэтому мы решили взять мою натурального цвета. Мы учимся на шестиструнных гитарах. Мне купили шестиструнную гитару. Ставь лайк, кому понравилось видео. Один лайк, кому не понравилось видео. Подпишись на мой канал. Ты еще увидишь много интересного. Всем пока!